Употребление наркотических веществ в США достигло масштабов национальной эпидемии. Дональд Трамп подписал указ для решения так называемого опиоидного кризиса. Глава Белого дома назвал это аналогом чрезвычайного положения, но в сфере здравоохранения. Меры будут направлены не только на борьбу с наркотиками, но также с некоторыми типами опиоидных анальгетиков, вызывающих зависимость. В ближайшие годы американские власти выделят дополнительное финансирование на разработку и внедрение на рынок более утоляющих средств, не имеющих побочных эффектов с точки зрения привыкания. В прошлом году жертвами передозировок стали 64 тысячи американцев. В пересчете на душу населения Соединенные Штаты являются крупнейшим потребителем опиатов в мире.